В подмосковном Домодедове неизвестный в ходе драки ранил четверых мигрантов, после чего скрылся с места происшествия. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел 7 мая на бульваре строителей в Домодедове. Драка началась после вспыхнувшей словесной перепалки. В ходе потасовки один из мужчин нанес другим травмы и скрылся. В результате четверо человек были госпитализированы с тяжелыми травмами. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что драка произошла между мигрантами. Сейчас полиция разыскивает сбежавшего с места конфликта мужчину, добавили в МВД. Также проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.